Так, так. Где же моя клиентка? Ну ничего, опоздает, ничего страшного. Ой, солнышко вышло хорошо, как. А, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Конечно, проходите. Проходите, даже не думайте, что вы опоздали немножко. Сейчас, одну секунду, вы присаживайтесь. Ну, конечно, платье все здесь. Сейчас. Вот здесь немножко еще мне. Ой, сейчас все попадает. Я сама еще, видите. Нет, я приготовила все, конечно, конечно, приготовила. Спасибо вам за ваш пальчик вверх и комментарий нашему магазину. Все платья готовы. Минутку, минутку, дайте мне вывести это все. Сейчас. Так. Ну что, здравствуйте, здравствуйте. Рада вас очень видеть. Прекрасно выглядите, где-то отдохнули. Ну, я, как всегда, была, сами знаете где, да? Вот, на Сицилии, да. Месяца полтора. Да, полтора месяца. Понравилось вам там? Да? Ясно. Ну что, лето в разгаре. Вы, как всегда, ко мне в мой бутик. Поэтому я приготовила платье. Ну, конечно, надо побаловать себя новыми платьишками. А как же? Ну, почему говорю платьишками? Потому что, может, вы возьмете и два. Ну, вы же знаете, что вам всегда будет скидка. Так, света маловато у нас, нет? Чтобы вы лучше видели, подождите. Вы должны видеть платье. Идеально. Идеально. Ну, немножко, да, пасмурно, солнышко выходит, но ничего. Итак, я взяла платье, которое покажу вам, и вы выберите обязательно что-то. Выберите, а потом померите, хорошо? Как предпочитаете, буду рассказывать о каждом, показывать, рассказывать. Хорошо? Ну, поехали. Так, начну, пожалуй, с базового вот такого платьишка. Что оно вам напоминает? Здесь складки, хлопок. Хлопок, я думаю, не вискоза. Посмотрим состав. Бренд «Сувенир». Сделано в Италии. Хороший бренд. Вискоза. Вискоза, вискоза. Вискоза. Итальянское платьишко. Ну, вот знаете, сейчас такая вискоза, как шелк. Шелк. С хлопком. Очень мягкая, летящая, струящаяся. Посмотрите, какое классное под поясок. Супер, можно обыграть днем и в офис, и куда-то на ланч, на бранч, на куда угодно. Да и на ужин, вы знаете, смотря как. Ну, правильно, что вам напоминает это платье? Фильм «Красотка», правда? У нее было именно такое же платье. Вот не помню, в таком цвете или нет. Великолепный. Вообще, это очень хороший бренд. Он недорогой. Ну, то есть, он, конечно, подороже будет масс-маркета. И качество, естественно, лучше. Причем, как я уже сказала, вещи сделаны в Италии. Все вещи, сувенир делается в Италии. Но на скидке получается приятнейшая цена. Да. А, вот, кстати, мой топ тоже, по-моему, сувенир или Дикси. Нет, это Дикси. У меня будут платья Дикси. Вы же знаете, что я обожаю Дикси. В моем магазине всегда есть Дикси. И на хорошие скидки. Так что Дикси я вам, конечно же, предложу. Ну вот это платье мне очень нравится. Оно вот, ну, посмотрите, оно украшает. Оно украшает, оно... Горох всегда в моде. Может быть, конечно, некоторым людям горох не идет. Но в основном... Многим девушкам горох идет, но нужно правильно найти свою горошину. Вы знали об этом, что горошина должна быть определенной формы, естественно, принт определенный и цвет. Здесь шоколадный цвет и горошек такой, не знаю, видите ли вы, нет, не совсем ровный. Я обожаю это платье, это уже в коллекции второе я беру. Да, так что померяйте, потому что летом обыграйте... С любыми босоножками, с любыми туфлями, с эспадрильями супер будет смотреться. Да вообще, вот даже красные босоножки супер. Конечно.
Ну, вот такое платьице. Оно такое, знаете, легкое, не обязывающее. И в то же время, вот, когда не знаешь, что, надел и пошел. Так. Как вам? Вообще любите горох? Я обожаю. Как вы можете уже заметить, вот тоже топ. Он с таким ленты две, и они завязываются. Юбка. Юбочка, у меня айсберг. Видите, какая? Да, с такими накладными карманами. Нет, сегодня платье, юбки, если захотите, в следующий раз. Но вообще юбок мало. В основном платье, да, в основном лето. Это сарафаны, платье, джинсы. Так, второе платье, новиночку покажу вам. Тоже взяла себе, обожаю его просто. Во-первых, под ваш загар. Супер, да и без загара украсит, посмотрите. Вот это уже Дикси. Так, вот, буквочка Д должна быть сзади. Здесь вот у меня тоже, вот сзади, видите, это тоже Дикси. Это я про этот топ вначале подумала, что это сувенир. Нет, тоже Дикси, тоже сделано в Италии. Этот бренд тоже по ценовой категории, как эти платья. А, хлопок. Посмотрите, какое красивое платье оно получается. Здесь резинка воланами, здесь талию подчеркивает резинка. Снизу валан собран резинкой. Цвет какой красивый, как украшают этот. Это, знаете, роза, но она такая куда-то уходящая немножко, не знаю, в малину, сирень, да? То есть не яркий такой розовый, барбишный, нет. И в то же время не грязный розовый, очень красивый цвет, очень. Вот малина, наверное, когда она... В общем, малина, но малина не просто малина. Малина с особенностью, да? Пион. Это пион. Цвет пиона где-то, правда? О, напишите свой любимый цветок. Я люблю орхидеи. Так. Вот так покажу. Смотрите, какое оно красивое. И в чем его прелесть? То, что вы это платье можете надеть на плечи, оголить, достать бретельку лифа какого-то, да, интересного. Вот. Можно повыше поднять. Можно... его превратить, это платье, в такой секси-вариант с босоножками, да, с голыми ногами. А можно супер обыграть, я носила на Сицилии, леггинсы, лосины легкие, тонкие, вот, допустим, либо балерины, это по-нашему, ну, балерины говорят в Италии, по-русски это балетки, либо эспадрильяс можно носить, либо те же кроссовки, сникерсы, что угодно, да, на низком ходу. Ну, я вот надевала балерины и эспадрильяс, леггинсы тонкие, красивые, с блеском. И наверх, допустим, ну, куртка джинсовая, либо какой-то пиджак интересный, да. То есть не обязательно голые ноги с низким ходом. Это будет более такой вариант... casual, а вечером, если вы оденете тонкий какой-то каблучок или вообще каблучок, любой каблук, да, я неправильно выразилась, не тонкий каблук, это может быть даже толстый сегодняшний каблук, либо шпилька, все что угодно, но я имела в виду на ремешках, то это уже будет секси-образ. Причем это платье можно превратить как в секси, такой женственный-женственный образ, так и в такой casual, стиляжный. Но цвет у него бомбический, качество и вообще фактура, оно не мнется супер. Вот, наверное, сегодня это одно из любимых платьев в гардеробе. И всегда прошу вас обращать внимание на этот бренд Dixie. Очень хороший. Да, на скидках просто прекрасная, вкусная цена. Вот, и вещь качественная, вещь сделана в Италии. Вот, никакого, в принципе, ну, полиэстер присутствует, но минимум. Понравилось вам такое? Я считаю, на лето просто супер. Как вы назовете этот цвет? Я назову его пионом. Ну, не знаю, как вы назовете, скажите мне. Так. На контрасте что-то, да? Окей. На casual. Вот, смотрите. Вот такое прекрасное платье. Ну, его можно назвать платье-халат. Так, сейчас я, наверное, пару пуговичек застегну. Сейчас, одну секундочку. Или давайте две застегну. Сейчас, кстати, я не предложила вам ни кофе, ничего. Потом? Ну, давайте потом. Хотите все посмотреть? Ну, смотрите. Итак, вот такое платье-халат. Это Liu Jo. Ну, понятно, да, этот бренд.
вот этот хлопок под джинс. Тоже такое классное. Мне всегда очень нравятся рукава-фонарики. Они придают шик какой-то, правда? Здесь вот такие под золото. Не совсем золоченые, но такие под золото. Пуговички, пуговички. Все, кармашки. И видите, не один цвет такой единый, а выбелено немножко. Немножко выбелено и на спинке немножко выбелено. Красивый тоже цвет, тоже очень освежает. Правда? И ремешок. Кстати, ремешок можно надевать, можно не надевать, как угодно. Это все равно всего лишь лента. Но, в принципе, смотря как вы его повяжете, завяжете. Вот такое. На каждый день тоже супер. И плавно может превратиться в даже в вечерний, ну, вечерний я имею в виду, никогда какое-то торжество, да, но даже вечером, опять же, обыграв обувь, вы можете превратить это платье в вариант более такой, ну, в кавычках, но шик. Все зависит от того, какую обувь вы наденете снизу. Ну, согласитесь, если вы сюда наденете босоножки, какие-нибудь. Ну, может быть, это платье нет. Розовое, да. Розовое, конечно, больше. Можно и днем, и вечером. Ну, знаете, сегодня мода, она такая. Если это не какой-то ивент, да, то... Ну, я, например, не придерживаюсь, если только не какой-то дресс-код. То есть у меня нет такого, что вечером это шпилька. Ну, у всех разный образ жизни. Правда? Да. Поэтому в 20 лет, конечно, мы хотим выглядеть более гламурно где-то, да? Ну, а дальше, когда мы свободны, то мы свободны и в образах наших. Мы не думаем о том, что кто-то подумает, там еще что-то. Ну, по крайней мере, я всегда говорю за себя. Поэтому я это платье могу вечером надеть с классными босоножками красными от Prada, с такими... Помните? Да, вот пару лет назад в нашей коллекции было... с такими металлическими отверстиями, которые прекрасно будут сочетаться с этими металлическими, взять сумочку, какую-то сумочку, опять же, с логотипом из металла, да, и все, и образ вечерний, и, как говорится, ты никому ничего не должен. Ну, вообще, мы носим то, как мы себя чувствуем, то есть мы — это то, что мы потребляем, то, что мы, как мы видим этот мир, так на нас он и отражается, на нашем, наше настроение, это наш аутфит. Так это или нет? Согласны? Ну, вот. Так что вот такое платье тоже очень-очень простое, но насколько оно простое, настолько оно и классное. Дальше. Ну вот, раз мы уже затронули тему вечера, то сейчас будет сколько еще платьев? Раз, два, еще три, и это четвертое. Хотите кофе выпить? Ну, давайте посмотрим, насколько я задержусь на этом платье. И тогда, может быть, пойдем попьем кофе, а потом я вам покажу еще оставшихся. А, нет, раз, два, три, четыре. Четыре, ну, еще у меня там есть. Ну, давайте, может, так сделаем. Я вам покажу это платье вечернее. Ну, как вечернее? Я его отношу к вечернему варианту. Потом мы с вами попьем кофе и вернемся, потому что еще 4 или даже 5 платьев. Хорошо? Не будем никуда спешить. Договорились? Ну, хорошо. Вот такое платье. Это тоже Dixie, только это другая их линия, более, можно сказать, вот она более, наверное, такая гламурная. Это Imperial. Это одна, это один и тот же бренд, но он называется, ну, как бы, я не знаю, то ли фирма, наверное, так. Одна и та же компания, как вот есть Prada и Miu Miu, также есть Imperial Dixie. Смотрите, какое оно шикарное это платье. Здесь идет органза. Органза с вышивкой. Какие цвета, посмотрите, красивые. Да, снизу идет подъюбничек. Так, сзади оно на молнии. Здесь получается прозрачно до сюда. И дальше платье пошло таким, ну, не спадает, с, опять же, с таким вот, с лентой. Лента, поясок. Конечно же, вот, когда видите загоревшее, то очень красиво. Это такой цвет здесь, беж кожа.
очень красивое платье. Смотрите, вот оно, да. Тут уже с мокасинами как-то не то, согласитесь, да? Здесь уже хочется надеть босоножки красивые какие-нибудь, правда? Ну, балеринка может, но нет, я это платье вижу все-таки. Вот это вечернее, даже не вечернее, это праздничное платье, согласитесь? Такое платье иметь в гардеробе, через 10 лет наденешь, и понятно, да? Вот такое. Красивый очень, видите, как здесь нежно такой голубой. Причем эти нитки, я думаю, это шелковые нитки. И видите, как они и розовый здесь, и такой желтоватый, и коралловый, и голубоватый. И оно все, это, как это, скорее всего, шелковые нитки переливаются. Ну и вот еще, конечно же, я не заметила, не придала сразу акцент. Посмотрите, как здесь идет, это у нас Ришелье, да? Кружево, по-моему, Ришелье называется. И здесь... Если бы не было, платье было бы попроще. Но вот просто детали этого платья. Суперские, правда? Какое вам больше понравилось? Напишите мне. Так. Раз, два, три. Это я смотрю, сколько еще. Минутку. Раз, два, три, четыре, пять. Ой, раз, два, три, четыре... Пять. Еще 5 платьев. И там еще 6, и можно еще 7. Давайте-ка мы попьем с вами кофе. Еще одно? Ну, давайте еще одно. Так. Дикси хотите? Что есть? А вы знаете, я вам покажу новый бренд, который я сама вот буквально недавно, вот сейчас, когда я была на Сицилии, в Катании, я буквально его и узнала для себя. Тоже сделано в Италии. Сейчас только у меня тут блузка снизу надета, сниму. Я выбирала между шелковым лимонным платьем с декольте, очень красиво, и этим. То было дороже. Если бы за 2 платья давали скидку, я бы взяла 2. Но я решила, ладно, шелковое есть, тоже потом вам покажу в нашей коллекции. Чем-то где-то похоже, ну, цветовой гаммой, конечно, то было другое, поэтому я взяла вот. Вот такое платьице. Посмотрите, какой цвет. Бисквит, карамель. Какой красивый цвет. Да, кажется, платье туника. Ничего такого. Сейчас я вам покажу ближе. Немножко мятое. Понятно, что надо отгладить. Надо отгладить. Не отгладить, а прогладить. Смотрите, какой в нем момент. Оно все в золотых... не знаю, как назвать. Вот такие золотые кусочки, как фольги. То есть на этом таком красивом цвете, посмотрите, идет вот такой блеск. И опять же, посмотрите, как красиво. Забыла, здесь еще ремешок идет. Здесь идет, знаете, какой ремешок? Из кожи плетеный. Вот сейчас я принесу, если я его возьму, секунду. Я вернусь. Сейчас я должна его найти. Я его нашла и еще одно платье. Так что мы с вами попьем кофе и будем потом. Смотрите. Сейчас я вам покажу этот красивый ремешок, который сразу же, да, придает этому платью изысканность. Чем хорошо это платье? Тем, что вы можете обыграть его с любой обувью, сделать, опять же, секси такой гламурный стиль, ну, не гламурный, сексуальный стиль, да, с голыми ногами, с босоножками, потому что ткань летящая очень легкая. А также можете надеть, опять же, леггинсы или даже без леггинсов с низким ходом. Но чем хорошо такие вещи? Тем, что летом, когда чуть похолодает, как сегодня, например, 18, ну, когда дождь, конечно, нет, но когда вот просто немножко, ну, даже 20 градусов, наверное, 20, надеваются лосины красивые. Вот это платье сверху, так,
Вот этот ремешок, смотрите, как он красивый, как сразу, правда, преобразилось платье, согласитесь. Вот, значит, называется, вот, вот оно такое, видите, сразу такой стиль, правда, красивый. Обретает сразу платье, не знаю, как сказать, какой-то, ну, шик. И вот такая легкая ниточка, ничего страшного. И наверх лосин, вот такой вот, вот такая платье-туника, и снизу низкий ход, и все. Наверх джинсовая куртка, либо другая какая-то, да, вот такая вот вещь летняя. Супер. Ну, мне очень понравился цвет. Очень понравился цвет. Оно легкое, просто вообще. Легкое-легкое. Вот этот вот такой поясок. Видите? Вот. Вот такое платьице очень красивый, необычный цвет, правда? Такой вот богатый цвет. Это такая карамель. Знаете, на что похоже? Пальто Максмара Мишка Тедди, да? Вот такой почти цвет, почти. И, конечно, очень красиво то, что золотые такие вот, не знаю, как даже назвать. Нашивки такие, все золотые. Красивый цвет, красивое платье. И поясок. Ну что, у меня еще раз, я взяла красивое яркое, дальше, два, три, четыре, пять, шесть, и еще можно взять семь, ну хотя бы шесть, поэтому мы с вами сейчас это показать. Нет, покажу потом. Я хочу угостить вас кофе. Кофе или угощу вас мачедония. Не знаете, что такое мачедония? Пойдемте. Угощу. И потом следующий, хотя бы 5, а то и больше платьев. Договорились? Ну все, пойдемте.